Всем привет! В прошлом видео мы узнали, как быстро создать таймлапс в программе Final Cut. Сегодня мы создадим вот такой эффект, как будто камера не только снимала таймлапс, но и делала вертикальную панораму. Смотрим. У нас уже выделены все фото на таймлайн. Делаем правый клик и выбираем New Compound Clip. Называем его. Теперь мы можем с ним работать. В браузере эффектов ищем эффект Letterbox. Добавляем его к клипу простым перетягиванием. Открываем инспектор, нажимаем вот эту появляющуюся кнопку Show. Выпадает окно с расширенными возможностями корректировки эффекта. Изменим аспект ratio. Как видите, рамка кадра стала уже. И все, осталось изменить еще одну – корректировку offset. На клавиатуре нажимаем стрелку вверх, чтобы переместить головку проигрывателя в начало клипа. Добавим keyframe. Нажимаем на ромбик справа от корректировки offset. Ромбик стал окрашен, что означает, что можно добавлять анимацию. Убираем ползунок offset до конца вправо. Наш кадр опустился в самый низ клипа. На клавиатуре нажимаем стрелку вниз, чтобы переместить головку проигрывателя в конец клипа. И сдвигаем ползунок offset влево до того момента, до какого хотим, чтобы кадр перемещался. Смотрим. Всем спасибо за просмотр.